Людовик VIII, король тоже, и Бланка Кастильская. Женщина очень властная. 13 век, Франция, время правления великого короля Людовика Святого. Чем примечателен этот период истории и какими делами прославился Людовик? Лектор сумел ответить на многие вопросы. Вместе с библиотекой номер один мы проводим проект «Исторические среды». В рамках этого проекта я рассказываю об эпохе Людовика Святого. Период 13 века. Рассказываю об истории средневековой Европы, в частности Франции, походов в Святую Землю. Это 8-й крестовый поход, 7-й крестовый поход. И сегодня как раз буду говорить о Людовике Святом IX, великом короле Франции, который изменил, по сути, историю всей Европы на несколько столетий вперед. Максим Шевченко или Вальтер – основатель и бессменный руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Фламандцы». Знает все о Средневековье, о правителях, войнах и оружии, ремеслах, быте и моде. Вместе с единомышленниками оживляет историю, проводит бои, изготавливает мечи и доспехи и даже шьет одежду. Своими обширными знаниями со слушателями лекций делится с огромным удовольствием. Сегодня они узнали о жизни великого короля и средневековой культуре. Ближайшая лекция в рамках проекта «Историческая среда» в первой библиотеке пройдет в марте. Приходите, будет интересно. Екатерина Крамер, Жанна Набок, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».